Петров, а ты составляешь себе план на неделю, на день? Да, но он касается только работы. А ты пишешь себе приоритет, самое, или разбиваешь задачи на день по приоритету? Ну да, но видишь ли, у меня есть трудности с правильной оценкой времени по задачам, поэтому они часто съезжают. Ну да, да, это понятно. Петров, какой твой прогноз? Ожидает ли мировую экономику финансовый кризис и придет ли он в ближайшее время в России? Нет, ну если будет очень хорошо, не волнуйтесь. А во всем мире и в Штатах? За это ничего не знаю. Оля, а ты как думаешь? Не знаю. Я вообще не эксперт по этому вопросу. Я вот Петрову верю. Маш, ожидаешь ли ты прихода мирового финансового кризиса? Ожидаешь ли ты прихода? А прогнозируешь ли ты его? Это утренний умняк. Нужно как-то пережить его, будет легче дальше. Костя, нет, я не ожидаю. Он придет неожиданно, я тоже. Нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждет. Чего его ожидать?